Сегодня Казахстан отмечает День защиты детей. Это всемирный праздник, который напоминает взрослым об их ответственности. Малышей принято в этот день баловать и дарить им подарки. Необычный сюрприз сделали в этом году детям с тяжелыми онкологическими заболеваниями в Астане. Для них построили игровую площадку в Национальном центре материнства и детства. Средства собрал Общественный фонд Ассамблеи народа Казахстана. Теперь ребята могут проводить больше времени на свежем воздухе. Акцию «Единство через милосердие» поддержали депутаты Мажилиса, члены АНК и представители этнокультурных центров. Таджикская диаспора приехала не с пустыми руками и подарила ребятам 50 килограммов целебного меда. Кроме этого, для детей и их родителей была организована яркая шоу-программа. Это небольшая площадка, но предназначение у нее особенное. Она создана именно для того, чтобы малыши, имеющие тяжелые заболевания, онкологические заболевания, немножко в автономных условиях, без посторонних людей, могли бы порадоваться лету, порадоваться солнцу и порадоваться добрым людям.